Привет, Айбек. Привет. Как твое самочувствие спустя сколько дней прошло? Ну, 6 дней получилось, если 20. Как твое самочувствие спустя 6 дней после вылета? Чуть-чуть легче стало. А было тяжело, да? Было тяжело. Как ты вообще воспринял? Это твои первые квалификации серьезные на International? Если я не ошибаюсь, у тебя даже на мажор квалификации не было, да, до этого? Нет. Вот как твои вообще впечатления от квалификации к самому главному турниру года вот в составе такой команды? Ну, это было очень волнительно, как минимум. Угу. Много переживаний, надежд, всякого прочего. Ты переживал больше до начала квалификации все или время. Во время? Все время, вот все подготовка, время. Да, и сами квалификации. Как считаешь, вот для себя лично и для... Вот рассуждая в контексте себя, как игрока, и рассуждая в контексте команды, которая не попала на International, в чем ты видишь главные ошибки или трудности, с которыми столкнулись вы и ты лично в достижении этой цели, которую вы, к сожалению, не смогли достигнуть, но вот... Ну, я могу подчеркнуть несколько ярких моментов, uh-huh. когда мы проиграли игру. Ну, по сути, по моей вине, возможно. Uh-huh. Когда мы против гамбитов играли, ну, то есть у меня в ноябре было все хорошо, uh-huh. я собрал неправильную шмотку, uh-huh. мат оставил вместо линки. Uh-huh. И ну, это повлияло как бы на мид-гейм, а в мид-гейме мы начали проигрывать уже. А выбор манта стайла ты вот, руководствовался? О, ну у меня была идея uh-huh. ну, сбрасывать сетку на аги, uh-huh. во-первых, и ну, ломать тамбу иллюзиями, uh-huh. потому что это было проблематично, как uh-huh. мне казалось. Uh-huh. А в итоге меня один раз убил Дум, ну, с инвиза, и это порешало очень. Uh-huh. То есть вот это была вторая игра в группе, да, yeah. и там, несмотря на хорошее начало, если я не ошибаюсь, ты там убил МК, да, дважды? Да, там все круто получилось. Да, несмотря на хорошее начало, вот ты считаешь, что неверный артефакт стал одной из причин поражения в той игре? Да, он, типа, из-за него мы начали проигрывать в мидгейме, потому uh-huh. что я умер, и мы не смогли, ну, как бы, uh-huh. мы зажались по карте, меньше uh-huh. стали фармить, плохо двигаться, и нас просто... Вот так зажали. Но из всех историй, ты, наверное, самый честный игрок в команде. Ты вот, если ты ошибся, ты прям сразу скажешь: парни, я ошибся. И вот даже спустя 6 дней ты говоришь: я ошибся. Вот ты подчеркивал две свои основные ошибки. Одна — это был вот выбор предмета, как ты посчитал. Одна из причин. А вторая, что ты там что-то с айсбергом стоял и что-то там со сфлаской история. Да, во время игры с Fight to Moon у меня uh-huh. опять же было все хорошее начало. Я uh-huh. убил его, айсберга получается. Uh-huh. Потом вышел такой момент, что я почему-то решил добить крипа, которого я не должен был uh-huh. добивать. И на этом у меня было две фласки, то есть я уже выиграл мид. Uh-huh. И в той игре, по сути, я выиграл игру для себя. Если... Uh-huh. И я потратил фласку неудачно, угу. и мне пришлось тратить вторую, чтобы выжить. Если угу. бы я бы просто этого не сделал, все было бы намного по-другому. Просто игра бы кардинально поменялась. То есть ты сетуешь на вот эти микромоменты, хотя я думаю, неверный артефакт — это не микромомент совсем. Это больше такой стратегический момент. Да? А да. вот а фласка — это именно микромомент, да. который зарешал. А как думаешь, именно эти моменты стоили тебе, да, Quick International? Да. Такой ты прям, как это называется, мученик, герой, который взял такую, знаешь, вину на себя. Я со всеми разговариваю, все такие: да вот там кто-то занервничал, кто-то там неверный кол сделал, так вот, знаешь, а ты прям вот я вот виноват. Ну, это правда. Ну и большой низкий тебе поклон, что ты говоришь правду. Как ты видишь свое будущее? Вот ты такой молодой еще парень. Тебе сколько? 18 же, да, если я не, ну, ничего такой не путаю? Я еще молодой. О-о-о! А че это ты не молодой-то 18 лет? Кто тебе такое сказал-то? Никто, это бред. Ну вот, тебе еще играть и играть. Вот как ты смотришь на свое будущее? Я так разговаривал тоже с ребятами, они как-то по-разному смотрят на будущее и команды, и свое личное будущее. Ты как вот себя чувствуешь? Империя? Ну, на самом деле, ничего супер страшного не произошло, я просто продолжу играть и тренироваться, учиться. Угу. Хочу просто стать лучше. А вот как только ты проиграл,
квалификации, вот и по сей день, ты чем вообще занимаешься? Вот уже впереди там турнир еще совсем не скоро, как я понимаю, и International впереди, на котором нас, к сожалению, не будет. Два или три месяца, да, впереди, без турниров. Ты чем планируешь заниматься? Играть. Просто играть в паблик. Мид или кэрри? Мид. Ты для себя твердо решил, что ты мидер все-таки, да? Да. А вот вы свапнулись ролями, и ты отжал короночку у Ростислава, что удавалось не каждому, скажу сразу, но ты, у тебя получилось. Как вообще это произошло? Из-за чего, во-первых, это произошло? Почему вы свапнулись? А во-вторых, как это воспринял Ростислав? Ведь он прям мид. Или это была его инициатива? Нет, это скорее была моя инициатива. Ну, как по итогу все вышло, ну, вышло не очень красиво, как хотелось. Угу. Красиво ты имеешь в виду? В плане безрезультатно. Угу. На этот момент. Но в целом ты считаешь, это было правильное решение? Сложно сказать. Ну, по итогу квалификации я могу сказать, что это неправильное решение. Угу. А как будет дальше, я не знаю. Хорошо. Что можешь сказать про импакт тренера Арзика? Вот ты до этого когда-нибудь работал с тренером? Нет. Нет. Это мой первый опыт. Ну, я могу сказать, что мне кажется, на мой взгляд, он много принес в команду. Угу. В плане, ну, каких-то плюс-минус стратегий. Как-то поведение в игре. Ну, я думаю, это самое важное. А ты больше, вот как ты его оценишь как тренера? Он больше стратег или все-таки по морали? Или там, или все вместе? Как вот ты считаешь? Ну, что-то среднее между тем и тем, посередине. Угу. Как думаешь, open квалы каким-то образом повлияли на результат? Думаю, что нет. Вот это то, что Вега не участвовала в опен-квалах, а была сразу в закрытых и отыграла 0, там, в общем, 0. Вот. А вы прошли открытые и отыграли, вот, хотя бы открытые были очень уверены, вышли прям очень-очень уверенно, практически не замечая соперника. И в первой игре с Вегой вы сыграли, по-моему, там какой-то супер разгромный счет был. Как думаешь, не послужило ли это такой... Расслабление? Расслабончик не дало вам? Для меня, мне кажется, что нет. Потому что я не чувствовал расслабления. Я только волновался. Все ребята разъехались по домам. Ты остался один на буткемпе, и по твоим словам, ты хочешь тут сидеть, пока это возможно. Почему? Почему не домой? Я хочу сидеть и играть. У меня больше планов нет. Типа, где это лучше делать, чем не здесь? Как не здесь? А тебя дома не ждут? Не скучают? Ждут, но я скоро приеду, я думаю. Каково быть самым сильным казахом в доте? Давай, вот рассказывай. Не знаю, я же не Муфаса. А кто такой Муфаса, я не знаю. Ну, это игрок из Казахстана. А где он играет? Не знаю. За тебя болело очень много людей. Очень много людей болело в соцсетях, писали «Айбек», «Айбек, тащи». К тебе, наверное, меньше всего претензий было у... Ну, знаешь, там же люди в комментариях любят претензии именно повысказывать, там, проиграли из-за этого, из-за того и так далее. К тебе, вроде как, я посмотрел, вопросов было меньше всех. Я думаю, их достаточно. Какие, например? Кроме Линки, Монтастайла и Фласки. Ну, это основные. Думаешь, это многие заметили и на это упор сделали? Ну, я не думаю, что это кто-то... Ну, может, кто-то и заметил, но это, ну, это тем самое главное. Тем не менее, тебя очень любят люди, которые болеют за нашу команду, которые следят за ней. Что ты можешь сказать этим людям? Что я не оправдал их ожидания. Мне очень стыдно. Я могу сказать за себя, что в следующий раз я сделаю все намного лучше. Болейте за Team Fire.